Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Владимир Вячеславович, приветствуем. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Вячеславович, как вы считаете, кому и что пытается продемонстрировать власть Российской Федерации подобными судилищами? Я думаю, что главная цель этого судилища, которое, кстати, было обещано в первые месяцы войны, еще год назад, даже несколько раньше, весной прошлого года, когда был штурм Мариуполя, и именно тогда вот тема Азова, она вышла на первый план, и российская пропаганда очень много сделала для того, чтобы попытаться дискредитировать Азов, сделать его якобы символом украинского нацизма. Вот на это были направлены огромные усилия российской пропаганды. Надо же было как-то объяснять упорную оборону Мариуполя и очень активные, отважные действия бойцов Азова. Поэтому вот тот миф об украинских нацистах, которые, якобы украинских нацистов, которые использовали еще и после 2014 года, а бренд Азова уже тогда стал известным, и его в России стали использовать постепенно, но не в меньшей мере, чем в свое время использовали в качестве такой негативной страшилки. Алло? Да, Владимир Вячеславович, мы вас внимательно слушаем. Да. Если раньше, да, в 2014 году вот использовали в качестве страшилки так называемый правый сектор, вот потом Азов стал выполнять эту роль. И вот в прошлом году российские власти пообещали, что они проведут показательный процесс над Азовом. А что потом случилось? Это вызвало очень большое разочарование партии войны. Руководителей полка Азов обменяли на Медведчука. Потом еще был ряд обменов, и часть бойцов Азова попали домой вот в результате этих обменов. И тем не менее, обещание это было. И нужно было его не просто исполнить. Это такая как бы жертва партии войны, с которой Кремль заигрывает. Надо еще использовать это в пропагандистских целях. А то, что там среди осужденных и обвиняемых, в том числе люди, которые выполняли такие технические функции, ну, например, поварихи, люди, которые выполняли чисто технические функции, не воевали, это мало волнует. Вот из этого хотят сделать пропагандистский фарс. Вот это, я думаю, главная цель, которая преследуется организаторами этого судилища. Пропагандистский фарс – это частое явление в России, на российском телевидении. Вообще все, что многое из того, что делается, вот делается только ради пропаганды. И, возможно, именно с этой же целью заявили на днях, что 10 сентября хотят провести выборы на временно оккупированных украинских территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Выборы в ЗАГС Собрания, а также выборы представительных органов муниципальных образований на этих оккупированных территориях. Понятно, что сам факт физического проведения этих выборов будет зависеть от результатов сражений. Но зачем это сделано? Можете объяснить? Вот кому они про эти выборы рассказывают? Ну, на самом деле, конечно, здесь пропагандистская составляющая тоже присутствует, но здесь присутствует и столь любимая Путиным формальная юридическая логика. Она была использована еще в 2014 году в Крыму. Надо же показать, это и для пропаганды, и для последующих переговоров по завершению войны, и для разных претендентов на роль миротворцев. Вот мы сейчас видим тоже очередную такую вот миротворческую миссию от стран африканского континента. Вот у Путина хотят провести юридические процедуры по закреплению оккупации. Формально они, Кремль, Россия путинская, аннексировали оккупированные территории. Правда, даже в России задают вопрос, а в каких границах? Потому что, например, и часть Херсонской, и часть Запорожской областей не только под контролем Украины, там, включая областные центры. Например, часть Херсонской области была еще в прошлом году освобождена, правобережье Херсонской области, в том числе и областной центр. Единственный областной центр, который Россия захватила после 24 февраля. Но это в Кремле мало кого волнует. Им надо повторить то, что они сделали в 2014 году в Крыму. После формальной аннексии
надо показать, что интеграция вот этих новых территорий, так называемых новых территорий, продолжается. Их нужно включить в правовое и политическое поле России. Именно для этого, для демонстрации того, что якобы вот эти новые земли входят в состав России навсегда, никаких изменений не будет, Россия никому ничего не будет отдавать, надо показать, что процесс интеграции в состав России этих территорий происходит. И выборы, которые в России при Путине стали формальностью, как и референдум, вот, который проводили в прошлом году, все же подтасовано. Заранее известно, даже формула существует, 70 на 70, 70% явка и 70%, ну если это президентские выборы или референдум, 70% должно быть там, за Путина или в отдельных регионах это за Единую Россию, если только там как бы не подыгрывают другие формально оппозиционные партии. Поэтому выборы фарс. Но для Путина важна юридическая сторона. Таким образом демонстрируется, что там действует российская власть, что якобы население поддерживает российские партии, тем самым поддерживает российскую оккупацию. Поэтому это еще и попытка легитимизировать, узаконить сам факт оккупации и аннексии этих территорий. Ну и еще одна функция есть. Весной же будущего года должны пройти выборы президента России. Вот скандальное и такое очень специфическое выступление Путина на Петербургском экономическом форуме многие в России считают таким первым действием в избирательной кампании. Как бы, ну, такое, такая прелюдия к будущей избирательной кампании. Потому что явно предвыборный характер носило это выступление, такая лакировка ситуации в России. Но ведь выборы наверняка, вот президентские выборы в России, попытаются провести на оккупированных территориях. Поэтому сейчас это своеобразная репетиция. Как это все пройдет, насколько все контролируется. Так что задача номер один – это легитимация оккупации, ну и заодно репетиция перед будущими президентскими выборами, которые как бы должны тоже показать, что якобы население оккупированных территорий поддерживает российскую власть и российского президента. Владимир Вячеславович, как вы считаете, что позволяет сегодня властям страны-агрессора, страны-оккупанта строить планы аж на 10 сентября, которые касаются украинских территорий, пускай временно оккупированных? Ну, в свете всего происходящего это довольно далеко идущие планы или роскошь, которую российские власти себе позволить просто не могут? Ну, вспоминается давняя российская пословица «гладко было на бумаге, да забыли про врань». Угу. В данном случае как бы не принимает во внимание, что продолжается война, идут активные военные действия. Я напомню, в Херсоне, в Харьковской области в прошлом году стояли плакаты, билборды огромные «С Россией навсегда». Ну и где сейчас эта Россия? И Херсон, и большая часть, почти вся территория Харьковской области освобождены. Я думаю, мы пока точно не можем сказать, у россиян очень сильная оборона в Запорожской, Херсонской областях и на Донбассе, но мы видим, что инициатива постепенно переходит к украинским войскам, и поэтому кто его знает, что будет 10 сентября. Поэтому они могут проводить все, что угодно. Формально они ведь планируют, могут планировать, я не знаю, там, до 2030, до 2040 года. Но их планы – это одно, а реальная жизнь – это другое. Я вот, кстати, вот по поводу планов, я вспомнил, это давно было, ну, около 10 лет назад, может быть, даже чуть больше, был в Киеве тогда российский посол Зурабов. И вот он любил хвастаться, что вот, мол, в России все запланировано наперед, все четко спланировано, когда, когда что произойдет. И Украина для него вот была таким образцом хаоса, что в Украине вот ничего не планируется, власть постоянно меняется. А вот жизнь показывает, что и в России далеко не все удается спланировать,
И эта война стала неожиданностью и для россиян, и российских элит, потому что злая воля Путина и его приспешников привели к этой позорной и кровавой войне. И последствия этой войны совсем не те, что планировал Путин. Вот сейчас даже люди, которые были украинофобами, Затулин, например, или участник войны против Украины, активный участник, Пригожин, оба вы признали, что цели так называемой СВО, вот этой специальной военной операции против Украины, они не выполнены. Все цели провалены. Вот вам по поводу российских планов. Поэтому планировать они могут все что угодно, а жизнь покажет свое. Я думаю, что украинцы постепенно будут освобождать оккупированные территории. Владимир, вы сказали, что выступление Путина в Петербурге на экономическом форуме можно расценивать как такое программное, предвыборное. Если это так, то на какие пункты, тезисы вы обратите внимание отдельно, с чем он пойдет в народ? Вы знаете, вот я обращу внимание прежде всего на другое. Тезисы, я думаю, еще будут меняться, потому что до выборов еще... Ну, считайте, 10 месяцев почти, потом еще вопрос, а состоятся ли выборы? Если война будет развиваться крайне негативно для Путина, некоторые российские эксперты допускают, что выборы могут и отменить. Например, ввести военное положение. Но это так, опять-таки, планами, а ситуация может развиваться совсем иначе. Что касается самого выступления. Вот мне понравилась оценка одного из российских комментаторов этого выступления. Он назвал это выступление российского президента самогипнозом. Потому что все хорошо. Вот послушать выступление Путина, все хорошо. Вспоминается, люди старшего поколения помнят, была у Леонида Утесова такая песенка шутливая «Все хорошо, прекрасная маркиза». Еще до войны она появилась, до Второй мировой войны, была очень популярной. И вот песня о том, что «Все хорошо, но при этом там и дом сгорел, и все пропало». Вот и у Путина. Если послушать его выступление, российская экономика в прекрасном состоянии. Россия открыта всему миру. Санкции не только не причинили ущерб российской экономике, а наоборот, стали стимулом для ее развития. Войну Россия выигрывает. И тогда вопрос. Если так все хорошо, а почему Россия, в том числе через своих разных партнеров, пытается добиться прекращения войны и пытается добиться хотя бы ослабления санкций? Если санкции так хорошо воздействовали на Россию. Я вот тоже вспомню в связи с речью Путина известное в российской истории выражение «потемкинские деревни». Это был такой царедворец, завоеватель как раз вот южноукраинских земель и Крыма, который ничего не смог сделать, облагородить эти земли. И когда царица Екатерина ехала посмотреть на эти земли, он решил показать только фасад. Но обман вскрылся через какое-то время. Появилось выражение «потемкинские деревни». То есть фасад красивый, а сзади пустота. Вот и у Путина также. По речи его «все хорошо, все прекрасно», а на самом деле сплошные проблемы. И в экономике проблемы. Кстати, тоже вот девальвация рубля происходит как раз сейчас. И российские комментаторы на это обратили внимание. И с войной не все так просто. Путин пытается создать лживую картинку огромных потерь украинской армии. Потери, конечно, есть наступление, активные военные действия, но они во много раз меньше, чем говорит Путин. И пусть медленно, но украинские войска продвигаются вперед. Но Путину нужно убедить свое население, что все хорошо. И вот в чем предвыборный характер этого выступления, почему его именно так оценивают? Потому что Путин всем все обещает. Обещает поднять зарплату, бизнесу обещает открытость, льготы, снижение налогов, прекращение проверок.
Но что-то российские бизнесмены без радости это восприняли. Даже российская пропагандистка Маргарита Симонян в кулуарах задала такой печальный вопрос. Да, ну наш главный начальник, она к Путину относится с огромным пиететом. Все время лесть сплошная. Но говорит, вот Путин сказал такие правильные слова. А будут ли это выполнять наши правоохранительные органы, которые привыкли всех и все проверять? Но она забыла добавить, что проверяют для того, чтобы получить мзду. Да, поэтому Путин многим пообещал, а на самом деле будет ли это выполнено? Это большой вопрос, потому что многие из его предыдущих обещаний не выполнены. А самое главное, вот эта грязная война, развязанная Путиным против Украины, она может скорректировать все его планы. И, кстати, может стать главной проблемой для него самого. Потому что, как уже многие в России боятся, эта война станет проблемой для самой России. Не для Украины, не для Запада. Она уже становится проблемой для самой России. Это, кстати, тема нашего следующего включения, которое буквально через несколько минут будет, поэтому призываем наших зрителей с нами оставаться. А вам, Владимир Вячеславович, большое спасибо за оценку ситуации. И да, есть такое ощущение, что старик Кабаев, он же ВВ Путин, настолько заврался, что сам себя обманул. Спасибо. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи.